добрый день. Здравствуйте. А что вы представляете? Я представляю свою разработку, гранулярный синтезатор RIPS. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений, я разработчик на C++. И меня пригласили сюда показать свой продукт. И как он выглядит? Вот эта штуковина. Он может делать очень много интересных вещей. У него есть 32 независимых голоса. Каждый голос может иметь свой источник звука. Таким образом, я могу работать с ними отдельно. Я могу контролировать практически все параметры, которые имеют отношение к гранулам. Гранулярный синтез — это такая интересная штука, в которой очень много зависит от того, как мы накладываем звук сам на себя, как мы его нарезаем на мелкие кусочки. Он позволяет добавлять какой-то акустический звук записанный или... Он использует именно сигнал. Акустический звук, да. Он использует именно входящий сигнал. У него нет своего какого-то тембра, своего осциллятора. Он режет звук на куски, соответствующие длине волны той ноты, которую мы хотим сыграть, и потихонечку продвигается вдоль вот этого звука, который мы используем. Вы хотите... Нет, микрофон. Сюда? Хорошо, да. Одну секундочку. Чтобы это было осмысленно. Евгений, спасибо. Спасибо вам. Это было очень интересно. И вам удачи. Успеха. Большое спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Кабанов. Так, это ваша визитка? Да, совершенно верно. Тут написано «Владимир Кабанов, черт знает кто». Абсолютно правильно про меня. Потому что мне очень сложно говорить, кто я такой, чем я занимаюсь, потому что я занимаюсь очень много чем. И сложно, никто не верит, что я все это делаю, что я делаю. В частности, я делаю педали эффектов, собственно говоря, бренд-прибор. Я представляю его вот на симпозиуме 2017. Вот. А еще я инженер-химик. Даже химик? Да, даже химик. Я изучаю сорбцию ионов тяжелых металлов на хитозан-глюкановом комплексе. А сегодня вы представляете именно музыкальные какие-то... Инструменты. Инструменты. Музыкальные инструменты. Это приборы обработки звука, прежде всего. Приборы обработки звука. Я не могу сказать, что здесь полная цепь для обработки звука чего угодно и как угодно. Вот, но, в принципе, фактически к любому инструменту, к любому жанру музыкальному можно так или иначе из того, что я вот, собственно, наделал собственными руками, можно собрать какую-то интересную звуковую картинку обработанного. Что же, намечается что-то интересное. Извечный конфликт между цифровым и аналоговым звуком, похоже, сейчас получит разрешение. Ну что же, рядом со мной известный скрипач-виртуоз Андрей Чистяков, а сзади, наверное, одна из наиболее интересных цифроакустических систем, которая представлена на международном мероприятие «Синтозиум».